Хей, hey, если вы шмите, мы продолжим пройти игру под названием Sekiro. Так, окей. А сколько у нас дрожжем? Интересно. Не аж интересно. Так, сколько у нас кошельков? Тяжелые кошельки. Это по 1000 или по 500? По 500, окей. Это получится, у меня 2500 уже есть. Это по соту. Соточку. Так, так, последний укус. Масло. Хорошо. Так, 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 так. Дрожжи 3 штуки только у нас. Это мало. Так, у меня не так уж много. Блин. До следующего апа хочется побольше, быстрее апнуться. Давайте, знаете, как сделаем? Смотрите. Сейчас съездим вниз, убьем тех двоих. Ну, типа, монахи. Будешь, да, все такое. Буду монах. Буду монах. Все такое. Так. Так. Так, так, так. Идол. Последний активный идол. Давайте сейчас пройдемся, посмотрим, что там. Блин, и у нас снова сколько? Два призрака. Один основной босс по сюжету. Сейчас мы в каком-то храме, плюс у нас еще есть в горах неизученное место. У нас еще очень много всего. Так, давайте, знаете, что сделаю? Переместиться где храм Сэмпо. А, это вот колокол, где был. Все ясно, хорошо. Вижу, вы решили идти дальше. Мы будем молиться за вас. Это меньше, что мы можем сделать. Окей. Вау. Так. Плюс дроп. Готина. Готина, это кажется то, что дает нам полуинвиз. Воздушный шар еще один. Так, я могу либо спрыгнуть, либо так пойти. Взять железо. А это почему? В чем дело? Меня оставили здесь. Куда все ушли? Почему вы бросили Котара? Что мне теперь делать? Спросить, почему он плачет. Почему ты плачешь? Все ушли, я остался один. Все, это кто? Все? А? Кто? Кружится кругом красно-белые цветы. И лишь белые цветочки чистого найти. Чисто белые цветочками и не найти. Что? Ой, голова болит. Прости. Я сам не знаю, что несу. Мне просто надо найти чисто белый цветок. Окей. Окей, приятель. Я понял, с тобой что-то не так. Так, подойди теперь к мужичку, который пускает воздушный шар. Если он добрый. Если он добрый. А, добрый. Так, главное, чтобы меня вот это крысики не скрысили. Втихаря не напали ни в спину, ни никуда.
Так, духовный шар. Леденец Гати. Бац. Так, управлять воздушным змеем. Скорее всего, это что-то я полезное сделал. А, это через это, видите, бам. Типа с дерева туда и туда. Пустить. А нет. Не понял. Ну, типа, возвращается. Значит, это не то, что мне нужно сделать сейчас. Так, мне лучше не прыгать. Или я останусь. Аж бесит. Монах. Так, плюс левел ап. Давайте, наверное, я вернусь с помощью идола. Не, давайте, наверное, идол в разрушенный храм. Я с помощью... Ну, короче, нужно с протезом разобраться. И нужно будет отправиться к тому мужичку. Я сейчас заюзаю два мешочка и куплю себе еще одну бусинку. Чтоб была. Чтобы была. Блин, но мне все равно враги мне забирают хп в процентах. Смысл. Может, это просто оно кажется, что мне все-таки до хера, но на самом деле не до хера. Так, поговорить. Так. Строй на копье, окей. Саму пару. Улучшить протезы. Так, фейерверк. И копье. Так, встроенное копье усиливает пружину. Механизм расходу эмблемы дух позволяет выполнять атаку выпадом. Так и сделает сподвижность к себе небольшие, так врага зацепляет таким выпадом. Этим способом можно даже срывать с врагов броню. Типа петарды вместе с огнем, да? Вот петарды. Но мне нужно золотистое. Так, хорошо. Дальше что делаем? Идем к этому. Так, купить предметы. Кошелек берем. Хорошо, отлично. Дальше. Так. Бац, бац, бац. И изучить навыки. Так, копье у нас прокачано. Хорошо, у нас есть 5. Я могу за пятерочку хил прокачать. Давайте, наверное, лечебку, да, прокачаю. Потому что, типа, ну, вкачай вот это, ну... Такое. Лучше пускай хил будет получше. За 4. Дает навык ожившая так сила. Это умение спасено, позволяет совершать дополнительную атаку, применяя эффекты инструмента к мечу.
Так, разработав эту технику, резчик отошел от дел. Слишком далеко он зашел, слишком многих убил. Так, огненный клапан и еще какой-то. Давайте тогда по этой теперь линии пойдем. Как раз сюда дойдем. Она стоит только 4. А, блин, а мне походу это нужно еще скачать. Черт. Или тебя уже прокачать сразу. Ну тут... Ну это 6 стоит. Блин, не знаю, слишком сложно. Слишком все сложечно, ладно. Переместиться. Так, заброшенное подземелье, храм, долина. Замок, заброшенное подземелье. Чё-то. А, это с храм Сэмпо точно. Это у нас храм Сэмпо. Блин, или пойти все-таки босса попытаться добить. Не знаю, типа у нас много врагов сейчас, которых я могу атаковать. Максимум это 3 сейчас у нас врага. Один это безголовый призрак. Очень медленный. Второй вот этот шаман, как я понял. Третий это босс основной. Ну и 100 пудов здесь еще будет какой-то враг. Я даже не сомневаюсь в этом. Ладно, побежали. Нужно, чтобы этот, короче, подальше ушел, потому что тут я через камни вот так за деревьями спрячусь, пройду. За деревьями пробежим, так все сделаем как надо. Хотя там до конца можно пройти за деревьями. Да, сколько их? Так, блин, у них, видите, радиус Вижена тоже довольно большой. Он у них как-то хаотично ходят. Их столько здесь. Вот я просто немного от дерева вышел. Все, он меня сразу заметил. Куда вы идете, ребята? Трофей. Еще бы понимать, что он делает. Ладненько. Дяча. Ну, этих двоих я точно могу забрать. Но, блин, мне кажется, они слишком кунг-фу ниндзя. Слишком кунг-фу ниндзя.
Три удара, а не труп. О, три удара, и я не труп. Ну, тогда можно задуматься. Ни хрена себе! А вас немноговато. Да, на них напасть, это на себя такую беду накликать. А что это за людишки? Слишком много мертвецов. Слишком много мертвецов. Противоядие. Значит, на меня будут яд налаживать. Дурчайше. Они типа очень внимательны, но они походу немного глупы. Так, тяжелый кошелек. Ага. Даже так, да? Чё, круто. Я могу грохнуть этого. Или нахер надо. Уже по 15 дают. Слишком много сверчков. Жутко много сверчков. Ладно, давай тебя тоже убью. Жучки-то появляются. Тогда все ясно. Подожди,
Блин, вернуться. Я думал, типа, на них тоже нападают. Жучки эти, оказывается, нет. Оказывается, нет. Ни хрена. Да вы опасны, все. Сука. Нахуя я тронул? Ладно. Так, 500 денег. 500 денежек. Он может там встать на месте? Или он ходит? Зачем ты ходишь? Боже мой. Ой, вот. А так он еще сюда идет. Нахуя? Зачем? Скажи, пожалуйста, зачем? Манать, он серьезно. Он идет сюда, найс. Идиот. Идиот. Здесь секретных проходов никаких нету. Кажется, нету. Да, видишь, что тут ничего нету. Все, уходи. Рай. О, Шива. О, все из золота, ничего себе. Как богато. Блин, я просто могу, на самом деле... приятель. А ты глуп. Заразная тварь, которая пуляет ишуков. Но он вообще безобидный, по сути. Кусок воска. Это похоже на воск субстанции, иногда образует внутри тела. Ее можно использовать для оккультных улучшений протеза среднего уровня и выше. Скопление этой субстанции считается предвестником болезни. Так, секретных... Не умираешь. Может, он тоже бессмертный? Дерьмовый бессмертный на самом деле. Слишком живой чушь. Но он замечу, что поговорить. А, змеиные фрукты, да? Есть два вида. Один свежий, другой сушеный. Он вон там. Свежий фрукт вон там. По утесу через дыру. Там ты его и найдешь. Свежий фрукт? О чем вы? А? Тебе что-то говорится? Мне вот нужно рис.
Рис, говорю, если что-то не тревожит, порадуй меня рисом. Ничего не делать. У тебя есть рис? Рис от божественного дитя. А, туда, ну блин. А мне змей нужен. А? Единственное, что я сейчас могу сказать. Так, мне главное, чтобы меня сейчас втихаря никто не поджал. Так, порошок противояда, против яда. Обычно разбойники, в принципе. Это, в принципе, обычные разбойники. Так, тут не пролезть. Пипец тут трупов. Они рели какой-то херней начали заниматься. Убивают всех подряд, эти чертовы шаманы. Сколько смертей. Опа, а что это за веревка? Я ее порвать не могу. Что ты таишь в себе? И что мне это дает? Так, легкий кошелек. И все. А не ради легкого кошелька. Ну блин, вот здесь мне нужен змей. Но я не знаю, как мне змей сюда потянуть. Может... А, я, кажется, знаю, что мне нужно. Кажись, я понял. Ну, я разве успею за это время короткое? Я, кажется, там не успеваю. Там, короче, с помощью таблеточек, да, замутить этот. Ой, ё-моё, он меня видит и он прыгает, самурай этот. А так ты еще и обратно можешь запрыгнуть. Спасибо, что вы глупые. Тяжелый кошелек. Но это мне все равно ничего не дает. Здесь. Yeah.
Так, дрожже. Вниз не вариант. А, пф, и туда тоже не вариант, да? Найс. Класс. Класс, 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 класс. И что мне делать? И что мне делать? GG. Туда мне не добраться. Туда мне не допрыгнуть. Окей. Тогда без понятия. Ладно, давайте тогда снова до сохранялки добежим. Не знаю, где она, только здесь. Походу, только в самом начале. Ладно, это еще одна сохранялка. Серьезно? Это жестко. Не, понимаешь, что это все можно типа по-тихому пройти и пролезть. То, что я из-за вот этого не мог туда попасть. Ну а что, ну, покручу я. И что? А заблокировать я ж не могу ничем, походу. Ну все. И он едет обратно. И что? И что? И что? И что? Не понимаю. Либо мне еще рано сюда, либо я что-то не понимаю. Ладно, давайте, короче, сохраняемся. Нахер надо. Или закончить так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.